Суммоните меня, пожалуйста. Суммоним. Молодцы. Здорово. Привет. Привет. Тестим новый ДБМ, блядь. Напомните мне кто-нибудь пообновлять аддона? Скачай аддон Optator. Да он у меня есть, я забываю. У меня есть минут 5. У кого? На все это безобразие. Да зачем? Я буду. Не, ну я не знаю, если мы трэш 5 минут бить. Ну иди делай, что там, не знаю. Так, короче, что у нас? Все в Диси уже, надеюсь. Ну, мордонец и про товар. Можете собирать пачку мелких этих петухов. Там прожимочку, зубы на них, не знаю, там захил максимально. Там кто-то навешал, запомнил мне что-то. Синтек навешал. Ну примораживайте их хули. Вот застаньте, там что-нибудь сделайте. Вот уж шмот. Ну шмот там остался, да, куда не бежит по пути. Да, самоубийца. Давайте мастан. Нефть небес, какой-нибудь там. Мастан дал, мастан дал. Ой, как хорошо лагает вообще просто. С картинки завис. Чего теперь этих двух бичей? Второго тоже. Я тоже. Блин, сможешь к стене подходить, чтобы они тебя не откидывали. Что ли? Мордонец. Убьем дракона. Я пока не могу прочитать это заклинание. Почти успели до взлетки убить. Всего 4 ляма не хватило. Лет копейки, да. Ну да. Я въезжаю в стройку. Хреб-то хруст. Блять, надо убрать эту парашу.
После того, как дракон умрет, в кружок собираемся, захиливаемся. Ну и гемы тратить? Не, не надо. Давайте готовимся прохиливать, можем уже закастовываться. Собирайтесь в кружок, вставайте. Тотем уберите. Ох, как ты 4 по нерфи. Голубцы. У кого понерфили? Т4. У кого? У варов. А, фух, я испугался. Думал, у паладина. Да это не сегодняшний нерф, я так понимаю. Рыба? Хуй знает. Нет, рыба. Сапроты пьем. Масло мажем. О, я же все сделал этот фрост-резистом шмот. Да, одеваем шмот, всю хуйню. Рыбу ставим. Тактику помнят все, да? Меточки. Я на ютубе смотрел. Меточки, значит, но на взлетке. Когда босс кидает 5 меток, ваша задача, напоминаю вам, накопить рейндж между этими 5 людьми и к ним тоже не подходить на 12 метров. Если вы будете ближе 12 метров, вы получите глыбу в подарок. Если это будет две глыбы близко друг к другу, чем 12 метров, то они получат двойной урон и, возможно, сдохнут. Поэтому хоть в две линии, хоть в три, хоть кругляшком, ставьте как угодно, хоть в линию, хоть хуй знает. Хоть Долоран портуйтесь, но главное сделайте так, чтобы был рейндж, чтобы люди без меток не заморозились от меток, чтобы метки возле меток вместе не стояли и не получили двойной урон. Вот и все. Четыре глыбы считаем. В то время, когда четыре глыбы летят на пол, прячемся за глыбами от меток на полу круглых. И в это время активно бьем глыбы, подбиваем до 20%, до 15%. Когда Синдра приземляется, уже full DPS в глыбы даем и уже начинаем бить босса. Танчит мордонец. Меняет его вар. Как менять, я вам скажу один раз сразу. Как только за первой глыбой скинул. Как только за первой глыбой скинул вар, сразу идешь менять. Не ждешь там ни притяжки, ничего. И по КД также делайте. То есть побежал, как только скинул, сразу пошел менять. Не ждешь ничего. То есть притяжка, не притяжка, похуй. Так, ну Вероника там скиллованная. Экон, ну, мне тяжеловато на это на хиле, короче. Так что синтек, экон, килла, смотрите внимательно, когда танки будут меняться. Старайтесь их прохилить. Но я буду волну кастовать, в принципе. Надеюсь, не вайпнемся. Да, видно по группе их проседания. Вот. Все, проверка на пол. Все, пошли запускать. Класки масла. У кого нет, поделиться? У кого нет. Добра. Сейчас после вайпа ГП будете получать. А Зубр, ты в Элеме, наверное, или в Хиле еще? Время. Ой, а время. Готовимся, там притяжка будет. Поближе к боссу стоим, чтобы отбежать. Бегаем. Не ресаем. Смотрим метки. Меточки вниз. Вдруг между собой рейндж. Все, прячемся, слева падает. По меткам бьем. Я сейчас прям лаг. Слева далеко. Это вторая. По центру прям звездочки.
сзади в локовском портале спрятались. Вот три челика не увидели. Я зависла. Вообще намертво. Скажешь, когда, когда развиснешь. Мне, скорее всего, все надо закрывать и это, перезаходить. У меня сегодня что-то Вовка крашнул, скорее. Ладно, поворачивай Синдру лицом в рейд, ложимся. Умираем. Сейчас она дыхнет, все умрут. Да не двигай, не двигай. Ты, ну, они сейчас будут от хвоста отлетать, блядь. Станьте под ебало. Вот сейчас на притяжке. Перезагружайтесь, почините интернет, там что-нибудь ребутните, комп, не знаю. Заходите в игру, отойдите на лестницу. У меня сегодня была такая фигня, я просто тупо картинка встала в игре, короче, и она не сворачивается, не закрывается, ничего. Да, бывает такое, конечно. Так в прошлый раз я же так забагался, блин, в глыбе на Синдре. Ничего страшного. Рарник, ты можешь мне сделать цепь здесь? Я телеги дам. Окей. Так, внизу же вроде есть горн, нет? Или он... Точнее, этот... Кузня. Да, там есть здесь. На первом этаже. Сейчас. Приветствую. До встречи. Супер цепь, которая на 42 меткости. Чё там, те, кто лежат АФК или чё? Вар... Почему тянка не в ШП, она хотя бы выживать будет во время притяжки? Типа слияние в тень нажимать во время притяжки. А у нее есть ШП, что ли? Да, есть, есть у нее ШП, 4-4 тоже. Пусть спекается и притяжку, во время притяжки нажимает это слияние с тенью и не умрет тогда. И ну, даже бежать не надо. Спекайся. А что ты не сказала? Так, а, вроде говорили об этом, Таберу не надо. Нет, ШП не. Так, ща. Хожу. Захожу. Мне в ДС спекаться. Ну да, тут как бы ДЦ-то профитнее будет даже. Да, да не знаю, ну как хочешь, на самом деле по барабану. Я не знаю там цифры, если сравнивать. Вроде как. Это дополнительный шанс выжить. Вроде как у ДЦ-шника должно быть больше по цифрам, если абсорб с хилом считать. По профилу будет одинаково, по шансам выжить с ДЦ больше. Значит, ДЦ. Смотри, в среднем под щитком РДДшник даже под взрывом выживает. На лоу хп, но выживает. 25. Ну, холиком я так засейвить могу только одного крыльями. Сейчас прогружусь. На АГБ танку надо еще вот ГБ стоит. Танку вот я призвал ГБ.
хоть камни там возьмите у Лока. Сейчас пекну. Чё вы там пати раскидываете так? По бафам так лучше не отдыхать. Рарник, агро выключи. Арго выключи. Вообще ни хрена не понятно. Чтоб хотя бы зандалар и эридар в каждом пати был. Там ребахните инту, пожалуйста, и каски. На роге нет и на поводине нет каски. Чтобы не багалось ничего. О, нормально. Все готовы, пошли, запускаем. Готовимся, притяжка. Беги, малышка, беги! Что такое? А чем селедку убило? Ответный удар. Ответным ударом. Вставайте метки вниз. Селедка, ты смотри на стаке. Тебя резать или ты лагаешь? Мишань, завязывай. Третья глыба, если что падает, дамажьте склеп. Это третья. И сейчас последняя будет четвертая. Вот она падает. Близко. Спрячьтесь. Сбиваем. Нет смысла, это что значит? Ты лагаешь, что ли, или что? Нет смысла нам, блядь, в 24 теперь ходить, если нет смысла. Булкин, рез и сельдь. Смотри на стаки на свои. Дамаг только тогда, когда у тебя нет стаков. Или тучку готовь, если стаки будешь хлопать. Пул бафы. Резнулись шаман и прист. Каску лампу приста баф. Притяжка. Готовимся. Кейн, чё у тебя? Йо, всё, да? У Тянки тучка КД, да? Символа нет. Да, метки вниз. Ничего нам. Метки подбиваем. Нурик, говори, где падает. Слева падает от центра.
Кейн, что за хуйня? Справа падает, справа. Захил или что, я под зеленку сдох? Так же, там же падает справа. Последнее, смотрите. Справа там же падает. Так ты от обжигающего холода-то отбегай. Так, блядь, всю жизнь я отбегал, пиздил я. Значит, не повезло. Значит, не повезло тебе. Синтек реса Кейна. Тянка пускай лежит. Также фул баф. Готовимся, притяжка скоро. За освобожденками следите, ну пожалуйста. Надо хапала резнуть. Ватикон резай. Сразу ину, я там пристабал. Метки смотрим. Метки вниз. После от меток. Центра. После меток грилит СС на хулипала наш. Слева падает далеко. Ванцент, блять. Справа падает, справа близко, смотрите. Не видно нихуя ванцент. Да нормально вроде. Слева прям падает тоже близко, смотрите. Ну и смотрю. Слева далеко. Первую чуть подальше звезды, немножко близко босс к звезде стоит, вот здесь на кончик. Уже можете отходить в РДД зону. Все, милики, уходим. 1%. Кейн. Сразу разбиваем. Вот я забрал босс. Мак. Лора. Давай попрожми. Не трогайте, не трогай сейчас. Притяжка будет. Алло, алло. Все, не трогайте. Стаки обновляются за глыбой. Я сильно близко встал, так что. Ложитесь. Сейчас разморозит. Падайте. Так, где-то надо настроить ДБМ. Лежите, сейчас мы срезнем. А почему стаки за глыбы обновлялись? Скорее всего, рядом сильно близко подошел, скорее всего, выйдет. Да не, он отлично прям подошел. Да? Ну, на мой взгляд, хорошо поставил. Я сейчас символ возьму. Какой тебе символ надо? Если я не с тьмой. Ща нарисую. Может, что-то с глыбами сделали? Я же тоже вроде спрятался за глыбу, хотя меня шотнуло. Да не, не, наверное, не сделали. Если бы так бы, то всех убивало бы. Не, ну, может, как бы фрейм чуть-чуть поменьше стал у глыбы? Не, нет, ты не спрятался. Не, ну я прям строго между синдрой и глыбой стоял.
Блядь, ебаный ДБМ, нахуй, хуй чё настроишь, сука. О. Жопа горит, сука. Хэн, иди к нам. Да, я случайно так молча дала раньше, спичу. Символ у меня нарисован, лежит. Тебя ждём. Ребята, ну, я все понимаю, конечно, блядь. Ты символ покупаешь? Нет, я лечу. Символ, символ сделайте, дайте символ кто-то, купите быстро. Делала, есть он у меня, я начертаю. Все, давайте. Символ на снижение КД-точки. И вообще-то, по-моему, без символа эта хуета откатывается. Я что-то... Она откатывается в 3 раза дольше без символа. Там, ну я не помню сколько там, блять. 2 минуты там. По-моему, 3 против 1 или что-то в этом роде. Символ минута 25. Блин. На притяжке не дохнуть, на глыбах не дохнуть. Спасибо. Если у вас неуверенность какая-то, вы думаете, что вы неправильно встали, посмотрите на то, где стоят люди. Народ, если что, можно сказать, не колагаю, я на вас что-нибудь кину. Давайте, сначала выживите, потом бьется легко босс. Это уже не раз видели. Еще и резко после целка. Вот бы то, что они поломали, Сендру. Может такое быть. Не, никто ничего не ломал. Все готовы. Ну, из открытия нового контента. Идем запускать. Не, ничего не ломалось. Готовимся, притяжка. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! В центре, пан. В центре также. Справа. Слева притык прям. На крест хую забили, да? Крест быстрее. Все в крест повернулись. Кто босса, сука, бьет? Алло, блядь. Сельдь. И все остальные люди в метках задыхаются, если что, там могут и хилы быть. Но это не надо, я чуть очень сильно лагает. Это кто-то там очень лагает. Тяжко скоро будет, готовимся. Прожимай точку. Не зыбку дал. Вы чувствуете, как ледяная
сжимает сердце. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Я не могу прочитать это заклинание. Близко с центра. Справа. Прям ты в центре. Смотри слева здесь прям. И в центре. В центре притык. Вторую слева подбейте нормально. Сказали, улези лагает, зачем вы это делаете? А кто ставит? Можно посмотреть? Посмотрите, чей это там. Для этого и делают. Вайп, вайп, вайп. Не из-за вашего тотема быстрее стаки набирает. Это банк какой-то, что ли? Посмотрите, чей тотем, блять. Я не знаю, как и ставьте больше нахуй эти тотемы, блядь. На самом тотеме, если на него навестись, вообще пишется. Сейчас я наведусь, блядь, пиздюлей вам давать. Ну, он уже закончил. В центре, прям здесь, смотрите, прям за нами. Слишком наверху на лестнице ставили, в центре здесь падает, вперед. Справа притык почти. Булкин после глыб синтека реснешь. Далеко сразу, справа. Сразу инером дашь. Реса синтека. Сейчас далековато. Сразу инером. Звезду будете ставить. Может, из-за того, что слишком близко стояло. Готовимся, скоро фаза. Отходим от звезды. Первую звезду и сразу разбиваем. Грелит. Сельдь. Уход в тень, нажимай сразу. Эту не бейте сразу. Чуть-чуть бейте, потому что сейчас притяжка. Танка хитьте. Сейчас притяжка. Отлично. Не бейте, не бейте, просто сбрасывай. После притяжки заберу. Вансен, звезду быстрее сломали, это Вансен звезду. Вот и так БКД делает. Беги. Блять, вот эту разбейте сразу. Засмотрите за освобожденкой, сидите. Я не успел скинуть, блять, убит. Одна секунда осталась, скидывай мне остатки. Ты сбоку стоял, Вадикон. Нет, ты не сбоку стоял. Я бежал от морды. Чего ломаем сразу. Че вы бубните там лишнюю хуйню, потом это разберем. Смотрите лучше внимательно. Скидывайте стаки за каждой глыбой. Забрал. Одну пропустите, блять. Аукина. Иду менять. Сломаем. Next будет притяжка. Next ломайте сразу. Забрал. Перемешань.
Потяжка будет. Не бейте, сейчас все. Отбивайте чуть-чуть прям. Не ломайте, стойте. Синтек иди уже. Я забрал. Ломаем класс, разломаем, да. Дайте зубы какие-нибудь повару. Не надо, я иду меня. Подожди. Кейн, 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 давай. Зеленку прожми. Все отлично. Сель, давай гимн на ХП. Я забрал. Хейки. Дайте по нему каплю кто-нибудь. А, не надо, все, ломайте снова. Иду менять. Тянка ботяры. Следующая, сейчас притяжка будет, не бьем. Вадикон, не бьем, сейчас притяжка будет. Тянка ботяры, давай гимн на ХП. Притяжка. Побиваем чуть-чуть сразу. Дотки навешать. Сломали быстро. Метка. Алкина, уйди уже в эту звезду. После Алкина, после Алкина. Алкина куда ты сбросил? Ломайте быстрее ее. Ломайте еще одну в звезду и потом уже в сторону будем нести. Одну, да. В звезду на ком там? Сейчас покажешься. Захиливаем. Мордонец. С Мордонца сразу ломайте эту танк. Не зыбку дал, чтоб ты выжил хоть как-то. Мордонца ломайте, потом сразу в бок будете выносить. Все, Гера пошла, давайте. Да, да, Гера, все остальные в сторону. Мордонец, до конца уже гимн додержишь. Гимн на ману, читай. Килай, давай гимн на ХП. И потом Нурик в конце прочитаешь там. Окей. Сейчас прочитаю. Я уже читаю все. Угу. Добиваем. Я поймал, вот мы освобождем. Туда же в сторону, пофигу. Сель в сторону отводи просто. Все, БЦ, ребят. Ну тут тымайте, конечно, варп не такие лагучие здесь. Да не тыкайте больше эти тотами, пожалуйста. Но особенно на таком дворе. Скажите, да. Что там клык, блять. Нет, а нет. Солнечные кого? Часы. Красивая хуйня. Хуй-то, ей бы дырку цены не было. Дайте мне такую хуйню с дыркой, пожалуйста. А есть такая с дыркой в целках ФН? Да. 25-ки. Да, ну так, такие же вещи падают же там. У меня просто левая рука с критом. Ой, блядь, говно ебаное, нахуй. Да у меня ДБМ еще ебаный, блядь. Жажда крови, нахуй, надо удалить, блядь. Жопа горит с этой хуйни, сука. Вот это вот вуду, нахуй. Находят индикаторы мои, блядь. ДБМа ебаного на это вуду, блядь. Ладно, похуй. Ставьте. Нихуя там... непонятно, но очень интересно. Ну да, потом на ютубе посмотрите. Короче, ставьте шкаф, может быть, сманете меня там, если лок у вас на платформе уже. На ханта, ну, блять, заходи, похуй, заходи на ханта. Да там просто лок, по сути, не нужен никому, а ему нужен на ханте. Да и палку уже у Буркина есть, а вторых котов. Ну все, нет. Будете моими рабами, блять. Потом будете мне печеньки на ДКшника убивать. Да, окей. За этот лук. Да, я тесто его приглашу. У меня тесто забрали. Я забрал, чтобы не багалось ничего. Окей. Так, кикнуть его, да? Давай да, кикнуть. Да. Потом если что, в РС-ку. По идее, ему здесь ничего не нужно. Может, в РС-ку пойдет еще. Так, шкаф стоит, это охуенно, но я-то уже тут.
Ну, как раз Бабин ход уже засуманный. Сейчас задели. Так, короче, тактика на лича, блядь. Слушаем Ирелла и все. Просто бьем босса. Так, а что у нас по хилам? А, 5 хилов, нормально. Блядь, так непривычно, сука, хилом играть. По крайней мере, шамы всеми остальными. Так ты же по КД в целом хилом хочешь или танком. Ну так, блядь, хэпал, лэрдру, ДЦ и хэприс это одно, а шам это другое, блядь. Сумоньте его, чё вы стали там? Сумоньте. Так, короче, как обычно, тактика волшебного магического треугольника, лич вот здесь примерно, вы примерно вот здесь. Ну, а про товар примерно вот здесь. Вот такая вот хуйня. Каски нужны. И инту обновить надо еще. Как у нас стало два пала, давай какой-то один пал один будет давать кулаки и кресты, а второй каски. Вот это сейчас поделайте. Короче, этот все тут, я запускаю босса, пока вы там перебафываете. Босс каски будет... на мага, на ханта нужно. Да не повторяй это по 1000 раз. Паладины в диссе все прекрасно слышат. Просто стало два паладина вместо трех. Поэтому я придется... просто привык так, к паладину. Так, цели валькир, бля, интересная тема. Куда я их запихну? Так, кто у нас на диспелах? Так, на диспелах буду я, вы будете чилить. Спасибо. А потом, опа, они диспелятся на ГП. По-любому. Я, чтобы... Просто мне реально неудобно, мне надо все считывать. Ничего не сможем дать. Это все круто, но я ничего не понял. Бой начинается. 6, 7, 5. Короче, пейте приподы, хуй знает, когда будет. Кто там поет, блядь? Ты по активации, что ли? Так, на кого дать эту хуйню? Так, про товар ты помнишь, да, что делать? Так, килая. Да. ДБМ какую-то хуйню пиздит. Нет, все норм. Это у вас норм, у меня, блядь, обоссанный ДБМ какой-то новый, блядь. Секунду, чума. Готовимся. История. Это... Я хуй знаю, что это я было, блядь. Там... Я почему-то спаунтить не могу, специально, чё? У нас что, вурдалак с чумой в рейде, нахуй, или чё, блядь? Да, вот этот вурдалак, нахуй, ты его видишь, да? Кружок, да. Быстрее забери. Ну, сука. Я пытаюсь. На мне шаркающий. Или... На мне шаркающий. Блядь, я сейчас вас разъебу, блядь. Сука. Чё за параша, блядь? Пускай полежит маг на переходке. Заходим. История, сука, это ты не вынес нахуй чуму, блядь, прослакал нахуй. Стоишь, блядь, вала и бьешь. И чума была на вурдалаке, нахуй. Пошла бы по рейду, ее бы хуй додумались вынести, блядь. Вот. Маг от нее умер. Она так пошла я... по рейду. Так я ушел как раз, чтобы меня предиспалили. Чума. Так, все, чума кончилась. Просто она с вурдалака пошла на рейд, блядь.
Ножка по разряжении, стойте. Это повернули, пиздец. Да, сало. Последний, да? Не, сука, не сбивайте, ну, не срывайте агро, блять, напуливайте. Вас напульщиков 3 штуки, нахуй. Агро на мне было много плюс. Чё-то, значит, делайте, чтобы такого не было, блять. Пиздец. Собираемся за спиной. Вальки в одной точке. Начинаем их дамажить. Выходим из подвалек. Осквернение сколько там? 10 секунд. Заражение. На пути не стойте заражение, чтобы закинуть. Жнец душ на танке. О, осквернение разлили. Следующие вальки будут одновременно с осквернением. Вот это означает РДД, хилы уже вышли по кольцу, по вот этому. Заражение за хилем. Вальки хватают... За кольцом слишком далеко к обрыву не подходите. Заражение за хилем. Хватают вальки, смотрим, где лужа. Выходим с лужи, идем бить валик. Осквернение 1 секунда, готовимся. На мордунце жнец душ. Осквернение выходим. Вальки. Вот этих валик, все, весь рейд пошел бить валик. Максимальный дамаг. РДД разбейте кружок, милики, две вальки с мечом. Печенька умирает. РДД, кружок, стан, кружку, сука, весь рейд на кружок. Вы что, сука, охуели, блять? Вот, отлично. Теперь лича с центра выйдем, вы выходим. Все с центра ушли, танки, хилы тоже. По центру не бегайте. Сейчас сначала лужа, потом возвращаем лича в центр. Заражение захиливаем, вот осквернение, ушел с центра. Ну какого хуя? Вот, захиливаемся. Лича в центр, за спину лича. На портал давай. Все, сейчас ровненько вальки в одной точке, и есть время их подамажить, покливать. Фулл ДПС, веди валик, веди лича вместе с валиком. А что тут Гера происходит? Гера КД была там сначала. Гера КД? Ну давай Геру дам. Давайте, бейте. Скорнение 3. Скорнение, секунение в центре не налить. Мордонис с жнецом, захиливайте его. Так, отлично. Все, возвращаем лича. Ну вот, давай от звезды до треугольника будем примерно лететь. Захиливаемся. Ну, то последнюю волну валик, наверное, набьем и все. Блин, подлагиваем. Так, это четвертая, да, волна? Хватают вальки и сразу уходим из-под них. Сразу уходим из-под них. Заражение сейчас захиливаем. Смотрим осквернение, секунда. Зубы дайте. Осквернение, ну, РДД, не стойте, сука, там, не стойте в луже. Быстрее оттуда ушли. Тянку захил. Треугольник дайте там. Треугольник, весь рейд пошли бить, да, на 40. Треугольник разбили. Клича на край, фулл ДПС полечу. Сейчас заражение захилим. Короче, как обычно, массейв дашь мордонец и этот самый, как он называется, мастераур и Вероника дашь эту парашу, как, блядь, священную жертву, нахуй. Давайте всю эту парашу на край встали, вот уже тут стоим на краю. Всю эту массейвы, блядь, всю эту хуйню даем. Гем на жизнь, да. Одного проебали. Одного проебали. Ничего страшного. Ну, рейндж наберите немножко. По сферам, значит, Бобин Худ и Нурик играй. Следующий дух тубой. Роги, значит. Не знаю, кто из вас напуливал, ну напуливайте. Эту парашу этих духов. Духа забрать с рейда быстрее. Держи этого. Уйди от танков. Из-под ебала уйдите. Протяните нахуй духа, если под ебалом люди стоят. Сука, протягивайте духа, если люди, сука, стоят, блядь. Если они... Хоть, сука, полкруга пройдите, мне похуй. Главное, чтобы, блядь, под ебалом не было людей. Танки, вы управляете ситуацией. Сферы бьем. Помогаем, если что там. Помогайте, если что, сферы бить. Все РДД повернулись. Гриллит, помогай. Сельдь на сферы. Все сферы. Вот последнюю сферу убить. Сейчас 5 хилов, внимание. По челику надо дать моментальные хилки. Готовимся. Будет жатва. Вот это что за говно, блядь?
Сало, жатва. Спасайте. Да, эти килают там этот же. Не все, все, уже, ну, блядь, не знаю, прохиливай, сбьешь оковами, как, блядь, святыми вот этими цепями, блядь. Трон, портал, играем. Осквернение, секунда, отлича отошли. Осквернение. Кличу теперь. Кличу теперь сюда подводи. Все хлопает. Частица на одном, хилишь другого. Все, и заебись. Стоим ровно в кучке. Готовься, если что. Блять, протамар. Я его убила. Молодец. Одного духа не смог поймать там. Протамар, да, да ничего страшного. Главное, чтоб ты не сдох. Бегу к вам. Все, через 5 секунд осквернения идем за лечом. Уже на той стороне все должны быть. Уже, блядь, бежим. Сзади там не телепайтесь на этой, блядь, на лестнице, блядь. Уже сюда в портал все вставайте. Так. Про товары хилим хорошенько. Синтек захотай прям вот, и покровом спами. ДКшника не пробьет. О, нормально. Все, отлично. Ну и повторяем эту хуйню просто. Захил. Хорошо, ШВ была. Каст глушащий выстрел. Или там параша какая-нибудь упета, не знаю, станище. Скринение. Все, и бежим. А сейчас силов нету, чтобы духов забирать, там зубы какие-нибудь, если... Я не зыбку дам, как спускаться начнут. Давай, давай уже спускай. Дал мне зыбку. Я тогда зубы пока приберегу. Сильте, 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 два духа не могу. Повезло, забирать. Просто волна докастовывалась в этот момент. Сейчас... Че, Роарни под баблом не можешь забрать? Сейчас можете, можете следующих помочь там, да. Сейчас после каста будет... Зубы дам на следующих, скажи только. Будет лужа. Лужу готовимся, все, побежали. Скорее тянка. На противоположную сторону бежим. И просто ебашим вот до предела, захуяриваем. Все, вставайте. Зубы. Зубы, всю хуйню на вара. Вара захилим. Да. Вот зубы есть, заебись. Просто захилим. Вот до 1% добивать. Пойдет. Жнец душ на войде, че за говно, блять? Живи. Увидели, блядь? Я выжил. Я интервью дал. Ты вмешательство в меня дал? Да. Хорош. Кстати, а здесь, если инженерские ботинки включить... Нет, нет. Есть шанс? А, нету. Окей, тогда это странно. Инженерские ботинки взрываются только в тех местах, где игрок может сесть на маунта. В РС-ке, например. Я просто прижимаю, меня тупо телепортирует ближе к центру, туда, в круг. А, ну это я не знаю. Я давно с тапками не играл. Я как будто шесть. С тапками только на фурике играл. Сейчас, короче, после этой хуйни, ну, посмотрим, что там есть, шмот какой разролим, и на РС-ку летим. РС-ка там 20 минут. Надеюсь, нету тех, кто не пойдет в РС-ку, блядь. Все же пойдут. Или чё? Так, фокус, фокус, фокус. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Чё там? Пельмешка. Все живой. Посох, меч. Здорово. Посох. Тут какой-то скудный лут. Ну давай с Личевского начнем. Так, и чё, у меня там 2 токена. Здорово. Короче, завоеватель Синдры есть. Один защитник Синдры. Получается всего 3 завоевателя. Вот, 3 завоевателя. Давайте. Ну, по одному отдам и третий рольте, кому надо. Туда-сюда. Есть? Нашим никому не нужно. Значит, все 3 килла я закидываю. Ну, 2 мне надо. Не надо? А, говорю, надо. 2 штуки мне надо.
А, ну все, надо. Третий вот не знаю куда. Третий в подарок. Ребятки, если кому надо, дайте инфу. Третий в подарок. И... А, вот этот навар надо кому-то, или я себе заберу, просто закину там третий кусок себе. Уже не надо. Если не надо, все, тогда... Тогда аркус давайте. Кому надо. Ну это ДЦ, Хеприст. Я бы потестила, наверное. Ну вот, смотрите. Ну, окей. Нурик уходит. Нурик, ты на кого будешь брать? На Приста или на какого-то, на Хилана? На Приста. У них, у него вон все Присты хотят, по-моему. Так у них такие же посохи, только с Зулямана. Смотрите, кому профитнее будет отдать, там, я не знаю, просто. Вот сельдь, допустим. У Нурика вроде сельдь мало одетая бегала. Ладно, на, раздавай. Хули я париться буду. Глора. Ну это мордонец, я думаю, самое такое приоритетное ему. Варам и... тоже хорошо. Это... Ну, Глору, что там, у нас один хопал, уступим вам. Скондрел. У нас нету миликов даже ни одного. Так, ну мордонец ГЦ, я тоже хотел эту Глору. Когда-нибудь надо кого выбить, выбью куда-нибудь. Ну, надо и... прибить, наверное. Да, ну там за счет того, что мастерство хорошо собирается. А ШМ чё, не вариант? А штука у вас нужна кому-то? Так. Красота. Да, вообще хорошо. Ну хоть не клык, скажи, хоть Глора, да? Ну, вообще неплохо. Да я почему-то и не хочу клык особо так прям. Не, клык топовая триня. Все, полетели топовая. В РС-ку. Ну там минутки 2-3, может кому надо, можете отойти. Ну так в РС-ку летим, там шкаф ставим. Трэш бьем. Вот ты все три меня закинул? Мне больше вот эта триня пока что подходит. Нет, по-моему, одна лежит у меня.